Всем привет, вас здесь игровой канал Сэйн Геймер, меня зовут Павел, и вы смотрите обзор модов для GTA San Andreas. Ну что ж, это 139 выпуск, а в этом я взял мод, который заменяет снайперский прицел на новый, такой более реалистичный и крутой. И давайте я вам его покажу, и выглядит он вот так вот, типа как прицел у какой-нибудь, ну, М4, можно даже так сказать. Но это прицел у нас от снайперки, и он довольно-таки крутой, крутая текстура сделана. Правда, вот сама снайперка под этот прицел не подходит, нужно какую-нибудь другую, скорее всего, скачать и заменить. Ну, я не стал это делать и просто установил мод просто на этот прицел. Прицел вообще на самом деле очень крутой, вот если даже вот просто так смотреть, очень крутой. И с этим прицелом даже не поймешь, что это GTA San Andreas, как будто шутер какой-то. Если, например, вот так вот сделать. Это вот просто шутер. Ну, по атмосфере, конечно, можно понять, но можно какой-нибудь ANB серии поставить и вот так просто с этим прицелом сфотографировать какой-нибудь, ну, например, от этого чувака, и как мы типа в него стреляем, и даже не поймем, что это GTA San Andreas. Прицел вообще очень крутой, текстура мне больше всего нравится, и вот эти вот блики на прицеле. В принципе, он ничем не отличается от обычных прицелов. На это вот эта красная точка и три палочки от нее идет, это наш главный прицел, через который мы стреляем. Ну и, в принципе, все. Ну что ж, вот такой вот довольно-таки крутой прицел, но на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.